как вас там зовут? Рамиль. Рамиль, я заработала немного денег за последние пару дней, ну там 1500, да? Я хочу вклад сделать, можно в евро? И можно как-то без талончиков? Вот пусть они в СССР останутся. А скажите честно, как ваш банк вообще? Хороший, нет? Вообще здесь камеры могут быть? Можете на ушко сказать? Сережки надежный, заодно посмотреть. Надежный. Все. А я не могу вот как-то договориться, чтобы я пришла, меня все узнали и тут же дали деньги без всяких вот этих проблем. То есть не как в СССР или какой-то дурацком банке вот здесь вот рядом. Вы же хороший банк, вы же сказали. Я пришла, меня узнали. В принципе, я в красный всегда прихожу. И... Ладно, в общем, куда деньги класть? Я принесла. Сейчас. Я пакет забыла, кажется. Я пакет в машине забыла. Скажите, я сейчас на Рено Логане ехала. Вы пакет я у вас оставила там? Не уезжайте сейчас. Сейчас я за... Да, верните, пожалуйста. Представляете, я в такси оставила. Пойду тогда заберу сейчас.